Ассаламу құрметті көрермендер эфирде ел елмен елші бағдарламасы біз бүгін жалпы ішкі өнімнің 45 пайызын халықтың әлеуметтік қажеттілігіне жұмсайтын куба елінің елшісімен сұхбаттасамыз куба қазақстанның тәуелсіздігін алғашқылардың қатарында таныған ел екі арасындағы дипломатиялық қатынастар 1992 жылдан бастау алады кубада адамдардың орташа өмір сүру деңгейі 78 сегіз жасты құраса балалардың өлім жітіміне қатысты көрсеткіш ең төменгі 615 пайызға тең сол себепті медицинаны дамытудағы кубаның тәжірибесіне еліміз ерекше қызығушылық танытады осы уақытқа дейін екі арасындағы екі жақты ынтымақтастықты тереңдетуге тәжірибе алмасып әр салаға қажетті білікті мамандар даярлауға және өзірі түсіністік екі жақты әріптестікті дамыта түсуге негізделген бірқатар келісімдер жүзеге добро пожаловать мой друг нашем посольстве очень приятно с вами встретиться құрметті елші мырза асыл арна телеарнасына сұхбат беруге келіскеніңізге көптен көп рахмет сізден сұхбат алуға келдім құрметті карлос вальдес елші мырза сізбен бірге көптен бері таныспыз бірінші сұрағым сізге біздің куба мен қазақстанның арасындағы қарым қатынасқа қандай баға бере аласыз спасибо большое что вы мне сделали такое предложение выступить перед вами особенно такой знаменательный момент я вам хочу говорить следующее скоро мы будем исполнять 25 лет летбщние за восстановление дипломатических отношений между Куба и Казахстаном. Это очень важная дата. Скоро исполняется, 20 марта угу. исполняется это общине Куба была один из первых стран, который признавали новые государства, Центральной Азии, наш брашк и дружественная страна Казахстана. Куба э, и Казахстан имеем уже очень долгие дружественные отношения. Я хочу сказать следующее, что по политическим вопросам наши отношения на самом высоком уровне. На самом высоком уровне. У нас есть взаимопонимание по всем международным делам. Даже недавно э, Куба э, давала свою голосу для того, чтобы Казахстан была член, э, непостоянный членом Совета безопасности. Ние знаем што рол катори буди град v во организација обединионни eta Ета очин башни рол. Пиер е од една стран се сиди на етин башни стол при генерални асамблеја он и ета дастојни Казахстанци своји трудије, своји добра лубијат, своји гостипринјати, своји лубијат мира. И ета страна, јас и да што ета лидер Централни Асија. И там мы считаем Казахстане. Поэтому у нас отношения идут по очень хороший путь. И я думаю, что отношения еще будут развиваться. Я думаю, что в Казахстане есть достаточно примера хороших гурув. 25 лет страна ⁇ это мало лет. Но я думаю, что до да, 2025 много сделали здесь, в Казахстане. Вы, у вас есть чем гордиться. Я думаю, это есть. Есть хорошие школы, есть хорошие университеты, есть хорошие институты. Я думаю, что тоже государство Казахстана уделяет большое внимание на, на эти темы, на пенсионные фонды. То есть, есть э, э, многие вопросы, которые Казахстана занимается. да, дуа се пелете тоа очень мален срок, и што ја е многу впереди, но Казахстани Казахстане ја е шен гордитца. Кога ја брушил билетен неграмата президента на Султан Назарбај, уже почти три години, половина назад, ја говорит, у вас ја е шен монова. многу. Один од тие моменти, ета Астана, ета сама ја маладаја столица у Мири, можна гордитца, вој, што такој е сдела Астана, середине степијај,

будет этот период, я уверен, у вас есть ресурсы. И я думаю, что не только ресурсы экономические, но есть тоже человеческие ресурсы. Потому что для меня казахстанцы – это люди очень умные, мудрые, и которые и имеют великая история и опыт. Курмена, сіз қалай бағалай, сіз қалай да, это очень важный вопрос. И это для Казахстана один из важнейших мероприятий, которые готовится со всем усилием. Мы свидетель этих моменты За этих три года я был свидетель что сделали Астана и Казахстан для ЭСПУ. И я хочу чуть-чуть сделать историю. Куба была из первых стран, которые давали поддержку Астана. на ето и меропријати, на семејни обистака, до густише само од 19-та году, президент Раул Кастро, па писал писмо на Сарбајван, што Куба буде па дирчеват, би знае, што е тета гала Сабање, семејна е, и наш правитис, и према наш президент па диршку, астана епо, е давал па дирчку, hasta nada es por dos justicias hemos sido nosotros muy buenos. Ya, комисар, nos nace en Κούμπι, πριν Αστανά Εσπορ, η Μαγούπα βιρζίτ στο Προσλανγκαντού, η Σιένα Σταβανόια Βρία, η Απαπισάλ, η Μεμοράντον, η Νάσε Ουσάστη, η Βέταν, η Μιασουναρόν, η Βίστεφ, η Βαστανίε. Πιερ η Λατινοαμερικάνικη Στραν, η Κατορή Παπισάλ, η Σουαϊούν Ουσάστη, η Σαγλασένη, η Πουσάστη, η Νάσπο η Η η tam bude latinoamerikanski pavilion i na latinoamerikanski pavilion je bude eh, eh, pavilion Kuba i bude prihadi delegacija naše strany. Kubu dilia je balšo inimanie na tiema, ktorý pasvišo na espostana. Eta energia buduš o šimbašni eh, momenti eh, dilia razvitia la vieka. I ja dume, esto Astana i Kazajastán i mi je zad mira sva i da tišenje paeto i oblasti to jest energija budući. Da Kuba u še gatovisa, naše najgatovica, u šeeajne našii dizajnre izdjeli dizajn na eh, pabiljon budi ošim krasivi pabiljon kuvinski pabiljon i jamagu abjavi sto duva i Juliulija eta dijen Kuba va vastan nije espu. это день Куби. И там будет проходить много мероприятий в этот день, который я уже начинаю пригласить наши казахстанцы и друзей побывать в павильон в этот день. И дальше мы не только будем показать, наши достижения по энергии будущей на Кубе, который для нас это очень важный вопрос, потому что на очень мало нефть пока очень мало нет, и тогда мы должны употреблять и солнце, и должны употреблять ветры, и должны употреблять даже сахарного тростника для всех этих процессов, и мы будем все это показать здесь. И дальше будем показать достижение нашей здравоохранения, нашей медицины в этом моменте во время международной экспостана. И я уверен, что все, что вы сделали здесь, будет для вас тоже очень гордиться на будущее. рахмет құрметті елші мырза сіз өзіңіз білесіз ә, кубаның бірінші ғарышкері қазақстан жерінен ұшты қазір куба бір кішкентай ел болса да ә, жылына төрт миллионнан астам туристер келеді ә, сол енді жері кішкентай халқы ә, көп емес соншама туристерді ә, жинап алады ә, сіз қалай ойлайсыз біздің У нас есть прекрасные условия для туризма, особенно море, очень хороший пляж, очень хорошая э, природа, почти круглосуточное лето. Например, сейчас в этом моменте сезон такой большой на Кубе, много туристов, которые живут в стране при условиях, много снега, э, такие э, низкие температуры, поеду в этот момент отдыхать на Кубе. Я думаю, что у нас гостиницы очень хорошие, я думаю, что у нас песок на море очень хороший. Золотой. Золотой песок, можно плавать, можно там не только плавать, можно дальше экскурсия сделать. У нас есть...

Bielarús no, Bielarús no. Daše ya pagaba varios monólogos a jashtánse catorre de una Cuba. Allí mi Gabaret, No sojoden paúliza, ni caquis problemas. Si enan ampa y es monoga ruski varias y lúdi dosen dobra celate ni costi príniati. Pa mi vas mión machini paiedin. Is is dalókih miesta y moș napasmatried. Y Santiago de Cuba, y Guantánamo. I Holguín, i Trinidad, I Varadero, i Cienaga de Zapata, i Cielo eh, y Catoris Casajastana, tu da pa' y educatoris, y esta vez en unas eh, ni bremia, bil record, na cubi, chitiri miliona turista, unas adina en miliona, se la i vetangadú, mi paluchiri, chitiri miliona, moche viste, vetangadú, chuchu bolche, paluchin, catoris eh, na nacinae, cuba, eh, eh, estranan, которые имеет все Может быть, там у нас на Кубе нет больших лимасина больших катишей Но пляжи хорошие Гостиницы хорошие Но самое главное, людей, которые Слушают, это туризм И самое важное, это население Кубы Которое что знает, что туризм Это очень важно для нашей развития Даже очень странно Что есть какой-то там э, ЧП на Кубе С туризмом, очень страшно Потому что люди чувствуют себя в безопасности. Это очень важно. Очень важно. 4 миллиона туристов для страны, которая имеет 11 миллионов, это очень, это не мало. Это не мало. И дальше, у нас в последние годы э, мы начинаем тоже э, пойти на собственности, на это бизнес. Э, люди могут давать прокаты в своей квартиры и даже можно получить туристы свои дома. Это то есть можно не, не только идти в гостиницу, можно идти на, прямо дома, э, и, и там тоже хорошие условия кубинцы устроили. То есть э, у нас есть все условия для того, чтобы развивать туризм. И я думаю, что э, страна готовится на будущее для того, чтобы получить более, более туристов. Первое мест э, по поселению туристов на Кубе занимается сейчас Canadá. Y si esta chitiri miliona, a 10 millones uh -huh. Canadá. Tolca a 10 millones Canadá. Casi digo, a 10 millones, a 10 millones, es Canadá. Para el Canadá, para el Canadá. Para el Canadá, para el Canadá. Está hoy mi esta posibilidad de Canadá, es Espanía, Bélico-Britannia, Alemania, Italia, Francia, Razía. Y apatón, drugué estrano en Latinoamérica y drugué estrano en Europa. Но первое место занимает Канада. Интересно. Отдыхать на Кубе. Это, я думаю, что интересно. Для интересно, вас. Очень интересно. И, начинается, и начинается, и начинается привлекать интерес летать на Кубе. Я знаю, что очень долго летать, очень далеко. Но в этом году для меня было неожиданно. Поток людей в декабре месяца летать на Кубе. И это для нас очень хорошо. И очень, очень интересно. много людей из казахстана которые подели на кубе а не только один раз они дуба три раза поедут повторяю потому что понравилось там у нас құрметті елші мырза асыл арна телеарнасына маңызды шын көңіліңізден сұхбат бергеніңізге ә, алғыс айтамын денсаулығыңыз мықты болсын жұмысыңыз жемісті болсын көптен көп сізге рахмет спасибо большое рахмет